Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валда, и мы продолжаем прохождение замечательной игры, которая называется Watch Dogs 2. Ну что же, собственно, я вообще все забыл напрочь, давненько я не играл. И скажу вам по правде, я покидаю вас задание, интересно. Ну ладно, пусть покину, я не знаю, что задание такое вообще, где его взял. И скажу вам по правде, игру я запустил еле-еле. Ух ты, нифига, как он умеет. Я не поцарапаю, не переживай, родная, я аккуратненько буду. То есть мне пришлось такие танцы с бубном проделать, вы даже себе представить не можете. Для начала у меня отказал видеодрайвер, пришлось все обновлять, удалив полностью видеодрайвер. Потом у меня были красные полосы по всему монитору. Потом у меня сгорела к хренам карта видеозахвата Evermedia LiveGamer HD. Так что передаю большой привет компании Evermedia. В итоге теперь у меня получается... Нет возможности записывать с консоли временно, пока я новую карточку не куплю. В общем, короче, весело, друзья. Очень даже весело. Но, тем не менее, мы снова в мире Watch Dogs. Давайте посмотрим, что у нас там задания есть какие интересные. Так, секунду, значит, получается, детсек. И погнали смотреть. Привет, Шанхай, продолжаем тогда, наверное, почему бы и нет. Встретитесь с информатором в китайском квартале. Отслеживать задание, показать на карте и поставить меточку. О, благо, мы совсем недалеко. Ну что же, погнали, продолжаем эту интересную миссию. Миссия была реально прикольная. Помните, мы нашли где-то в контейнере там какого-то китайца. Было реально забавно. У меня почему-то периодически мерцает экран черным цветом. Мне это не очень нравится. Вот сейчас он тоже снова мерцнул. Ох ты, матери божья. Давайте-ка на секунду прерву запись, потому что это такое, почему. Так, ну что ж, друзья, продолжаем. Не знаю, будем надеяться, что проблема решена. Я снова втолкнул все провода. Что-то у меня, короче, видимо, с монитором. Видимо, уже монитор приходит в негодность. Там шатался разъем под кабель HDMI, и поэтому иногда бывают страшнейшие какие-то графические артефакты и прочая фигня. Ну, все когда-либо приходит негодность. Ладно, как бы то ни было, мы здесь. Давайте потихонечку начинать. Здорово, родной. Поговорить. Привет, знаешь его? Пошел вон, урод, я занят. Я смотрю, ты не очень дружелюбный. Семья тетушки Шу с этим связана. Я хочу узнать, как именно. Не знаю я, кто это. Всех знать невозможно. Ситара сказала, ты в курсе. Хоть зацепку дай. Что же ты сразу не сказал? Офис их компании импорта и экспорта на Голд-стрит. Все данные там. А Ситаре передай, чтобы в расчете. Да, спасибо. Так, отлично, ну вот она все видела, черт возьми, загрузка. Блин, я только хотел ее шлепнуть, достать ствол по-быстрому. Может, я еще успею? Это не она? Это не она. Ну ладно, он тоже все видел. Держись подальше! Все в порядке, все ровно, не переживайте. Так, копы. Я понял. Слушаю. Что у вас случилось? Пора валить. Помогите! На эти сейф с документами. Ну, давайте найдем, только для начала все-таки свалим от полиции. Проверяю зацепку в Чайнатауне. Думаю, здесь логово семьи тетушки Шу. Что-нибудь выясню, скажу. Обратно быстрее. Попробуй найти что-нибудь полезное о взломе на бирже. Угу. Я попробую, не переживай. Вот, конечно, будет сделать это не так просто, потому что, возможно, тут будут враги. Но я что-нибудь попробую сделать. Тихо, не то. Это что это такое я сделал, интересно? Неважно. Тут пока никого. Я постоянно забыл управление. Как тут вообще что делать, фиг его поймет. Вы входите в закрытую зону. Ну и понятно. Так, стоп. Боже мой. Старший, нужно, чтобы ты кое-кого убил. Все печально. Все очень печально. Что такое? Да офигеть, ты сдохнешь или нет сегодня? Не, я понимаю, что он бронированный, но не в голову уже, когда стреляют по нему бронированный. Жесть, ладно, у нас, как обычно, все через задницу вышло, но, собственно, ничего страшного. Первая серия, она будет такая разогревочная, скажем так, да, и поэтому... Ну, вполне вероятно, что это будет вот такие вот огрешности и косяки. Ничего не попишешь. Очканул, говорит, ну-ну, очканул. Где он там полицию вызывает, твою мать? Опять подкрепление вызвано очередное. Давай раз снова наверх. И чем скорее, тем лучше. Так, один лег. Не то, да какая машинка? Это что, отключить? Гранатомет имба. Все равно уже впалили. Какая уже чертям разница, не так ли? Уже, мне кажется, абсолютно без разницы. Да? Говори.
подкрепление, я так понимаю, это бесконечно просто, пока я их тут не убью. Это печально, надо пройти вниз, наверное, все-таки. Так. Так, а ветра будет, конечно же, не попасть. Замечательно. О, да, потрясающе. Ладно, может оно и к лучшему, потому что действительно нам проще будет начать сначала и сделать все-таки это по стелсу. Здесь реально нужен взлом, тут реально нужно действовать аккуратно. Начнем с тебя. А, нет, ты просто обычная женщина. Хорошо. Тогда мы тебя трогать не будем, тогда пойдем мимо. Давайте промотра, не знаю, может быть снова там же попасть как-то внутрь. Или все-таки постараемся найти другой проход. Входите в запретную зону. Так, спокойно. Спокойно. Без палева. Ставим там ловушку. И, по-моему, трак кто-то уже идет. Собака идет. Да твою мать, а? Мне это не нравится. Заткнулась наконец-то. Мне это, говорит, не нравится. А кому это может понравиться? Но пока все нормально. Пока меня не впалили. Можно пока перезарядиться. И можно пока, наверное, сделать так. Плечом внимание. Должна, по идее, пиликать, но что-то она не пиликает. Ладно, с той стороны враг идет. О! Рвануло таки. Отлично. Так, там враги далеко. Тогда продолжаем пасти эту сторону. Давайте ближе подойдем немножко. Тихо. Готов, родной. Тихо. Спокойно, пока меня не видит, пока все под контролем. Езжай сюда, брат. Завалим его. Говори, в чем дело. Нет, все подкрепление вызывают. Твою мать, а. Ладно, спокойно. Тогда переходим к тяжелой артиллерии, так в действии на этот раз более уверенно. Так, там чувачок лег. Отлично. В принципе, их не так много уже осталось. Главное зарить того, кто подкрепление вызывает. Спокойно. Ай, больно, больно, больно. Да твою мать, опять, ну что ж так не везет-то, а? Да, слушайте, это не так просто. Ладно, давайте попробуем тогда все-таки применять какие-нибудь хакерские штуки, а именно проведем, допустим, разведку с помощью нашего волшебного дрона. Например, вот сядем где-нибудь здесь и чуть полетаем, посмотрим. Можно даже активировать это зрение. В принципе, так, вернуться в начало. Так, это пока мы откроем. Далее понаставим везде ловушек, где есть такая возможность. Сворвем пока ресурсов. Может быть, получится кого-нибудь взорвать заодно. Как знать. Так, далее ставим еще одну ловушечку. Где у нас еще есть возможность поставить ловушки? Давайте пока не будем реально спешить, давайте понаблюдаем. Вот и тут у нас что такое. Мне тут нельзя. Это еще одна кнопка открытия дверей. Тут смысла нет, потому что совершенно другая сторона. Так, тебя мы уже взламывали. Ага. Ну, тут поставим на всякий случай, если подкрепление приедет, то оно, по крайней мере, их какое-то время заблокирует. В принципе, мне нужно попасть куда-то вот сюда. Вы входите в закрытую зону, я понимаю. Ладно, меня уже
уже начинает палить. В принципе, наверное, фиг с ним. Поговорить. Ты не отсюда, да? Ничего такого, ты просто выделяешься. В смысле, мне черные нравятся, но некоторые здесь не такие любезные. Будь осторожен, на эти улицы туристы не ходят. Спасибо большое. Но знаешь, я, пожалуй, как-нибудь сам разберусь. Что она там умеет? Умеет танцевать. Делитара. Лучше не лезть. Ладно. Погнали по-тихому. Первая жертва. Твою мать! Да твою же дивизию. А, щит. Началось опять. Но тут же, с первого же патрона практически мимо, и все, и фейл. Ладно. Подкрепление пока. Мы просто давайте переждем немножко. Это все-таки агры будут недолгие. И рано или поздно нас просто не смогут найти, и все будет хорошо. А если найдут, то мы, по крайней мере, уменьшим их численность. Ох ты мать твою. Не, мне хана. Я не выживу. Да, без шансов. Блин, что ж ты будешь делать-то, а? И дрон там особо не помогает. В принципе, там не так много врагов, просто надо по-тихому как-то очень аккуратно это делать. А у меня как-то пока не получается. И, возможно, все-таки стоит где-нибудь забраться повыше. Но тут, допустим, он не забирается, к сожалению. Ладно, еще раз. Действуем по старым чертежам. Чуть было не впалили, но, слава богу, не впалили. Так. Пока, в принципе, все ништяк. Давайте попробуем перебраться на другую сторону. Жалко, разговор с бабой не сохранился. Можно как-то пропустить его просто, нет? Ты не отсюда. Пропустить. Так, отлично. Ждем пацанчика. Тихо. Спокойно. Не буду вмешиваться. Блин, а. И один, и второй ушел. Ну лучше не спешить, реально. Лучше не спешить. Можно пока внимание привлечь. Хотя нет, они успокоились, как раз они потеряли меня, поэтому лучше не стоит. Наоборот, лучше подождать. Давайте просто подождем. Привлек к ней внимание. Давай еще раз. Выстрелим, допустим, посмотрим, что будет. Так. Готов, родной. Сработано качественно. Второй заметил, так. Старший, надо все обыскать. Сейчас же. Еще минус один, отлично. Так, ждем дальше. Спускается еще чувачок. Сейчас, может быть, выйдет на улицу. Мы подождем его, подкараулим. Мы не спешим. Найти его, живо! Они пошли меня искать. Их, к сожалению, становится меньше. Дело плохо. Давайте внимание привлечем немножко их. Выстрел в молоко. Нет, не пробивает, к сожалению. Ладно, надо подходить ближе. Так можно сидеть до бесконечности долго. Тихо. Это было палевно. Мне это не нравится. Пошли искать. Спокойно. Блин, они опять ищут не там. Да что ж ты будешь делать-то, а? Опа, нифига, подожди, он позвал остальных, по ходу дела, да? Я ищу дальше, говорит.
Какое дикое палево. Его здесь нет. Валим нафиг. Блин, как-то нифига не получается. Спокойно. Спокойно, собрались еще раз. Смотрим, кто где. Никто ко мне опять не идет. Нет, идет. Давай за ним. Тихо. Тихо, 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 тихо. Спокойно, спокойно. Не спешим. Что это? Найти его, живо! Уходим. Минус жирный, это хорошо. Странно, что в голову даже умирает не с первого выстрела. Все равно я этого никак не могу понять. Это реально странно. Их осталось меньше, это уже хорошо. Там у нас какой-то есть... А, это укрытие и труп. Понял. Я думал, там можно что-нибудь, может быть, взломать, поставить туда ловушку. Но не тут-то было, нет. Можно попробовать, в принципе, зайти с другого бока, посмотреть, что у них там еще будет интересно. Может быть, реально стоит обойти просто и поглядеть. Пацанчики. Здрасте. Когда я еду, он мне говорит, как быстро двигаться машины, и так. Между ними ну вот, в принципе, тоже, смотри, вариант хороший. Не жалею. Черт! Как он от нас ушел? Что за черт? Подкрепление вызывает. Смотри, все хорошо. У нас нарушитель. Диспетчер слушает. Открещение, ну? Не знаю, успел кучить или не успел, надеюсь, что успел. Давайте потеряемся от них теперь опять. И от полиции бы еще потеряться, конечно. Твоя же дивизия. Бежим в переулок, быстрее. Главное, давай до переулка, тогда все получится. Семья Шу вас атакует. Так. Вроде как я успел сделать блокаут, его подключение, подкрепление не вызвалось, это хорошо, насколько я понял. Теперь осталось задаться, пока полиция перестанет агриться. Отлично, вас ищут. Уже хорошо. То есть, в принципе... Прикрываешь меня? В принципе, все, огонь. Уходит. Потихонечку можно возвращаться обратно. Что мы с вами, пожалуй, сейчас сделаем? Вон стоят копы. Но с такого расстояния вряд ли они меня увидят. Почти ушел. Не осталось, по сути, всего пару врагов. Иду себе мимо. Да, видимо, ушел. Ну что, один снаружи. Там это коп у нас получается, они уезжают. И один внутри. И по сути все. Кто из них подкрепление вызывает, еще вопрос. Может быть, я уже убил его, а может быть, нет. Мы сейчас сделаем вот так вот. Баю-бай. Но мы тебя, пожалуй, добьем, чтобы ты не мучился, родной. Ты же понимаешь. Ну и переостался вот этот поц. Как-то нужно его выманивать. Я, честно говоря, понятия не имею, как. Так, нельзя ли подняться к нему отсюда как-нибудь? Походу дела нет. Ну, там все сейчас. Можно пробовать, конечно, что-нибудь, допустим, вот так сотворить. Поменялось что-нибудь, нет? Не, не особо. А теперь... Да мне просто все равно, я понял. Хорошо. В таком случае мы придем к нему самостоятельно. А вот и он. Здорово, родной. К тебе кто-то подбирается. Вот и все. Вот и красота. Так, ну что, погнали. Отлично. Такой огромный сейф и... Куда он делся? Ну, маленький планшетик. Все? Задание обновится, я надеюсь. О, другое дело.
Посмотрим, что там. Есть что-нибудь? Документы. Знаешь китайский? Нет, понимаю в картах и схемах. Картах и схемах чего? Какого-то парка серверов на воде, компьютеры, генераторы. Где-то в международных водах у кабеля США-Китай. Тихоокеанский флот годами отгоняет суда от этой штуки. Но за всеми не уследишь. Другое дело, если знать координаты. Спасибо, тетя Шу. Супер. Теперь сваливай. Обязательно. Но здесь еще кое-что осталось, поэтому я, пожалуй, еще вот это, допустим, открою. Щиток CTOS. Точнее, Блюм. Так, готово. Перезломаем ноутбук. Да? Тетушка Шу моя настоящая тетя. Она была милой старушкой, которая кормила нас в детстве. Заботилась о нас, если мы болели. Забирала от зубного. Такая китайская фея крестная. Добрая, мягкая. Представляешь, как я охренел, когда она сняла скальп с какого-то гангстера мясницким ножом? Офигеть. Суровая тетя. Мы едем по встречке с вами, но это не важно. Главное, что нам просто нужно уехать отсюда. И мы это, по-моему, успешно реализовали. Ну что же, по-моему, просто прекрасно. Далеко не с первого раза. Надо было немножко привыкнуть к управлению, вспомнить. Но, тем не менее, фолловеры получены и часть миссии завершена. Сумка для ноутбука китайская. Гардероб новая сумка. Отлично. Ну, какой план? Взломать ее. Узнать, что на ней. И в идеале узнать, зачем Блюм разрешает использовать кандидата на бирже. Проблема в расстоянии. Ладно. На барже нет CTOS, и они используют китайские протоколы. Но я с этим разберусь. Вы не парьтесь. Просто отнеси телефон на место посвободнее. Отправил координаты маяка в Марин. Угу. И, кстати, оттуда вид роскошный. Прекрасно. Давай. Так, значит, получается Noodle Maps. Я так полагаю, вот это место. Далековато, конечно, ехать, но ничего страшного. Вид гейт там роскошно зато. Поэтому погнали. Может быть, по дороге что-нибудь побыстрее найдем какую-нибудь машинку. Поспортивнее возьмем, поинтереснее. Потому что байк, конечно, неплохо, но даже такая тачка, я думаю, что будет чуть быстрее, чем байк. Попробуем. Стой, родной, стой! Твою же мать. Сгинь! Я же говорю стоять, а? Чего тут непонятного? Понеслась. Пока приедут таракопы, я уже буду на другом конце города. Добрый вечер, диспетчер. Это очень срочно. Нужна помощь. Там вроде парень был за рулем, а сейчас девушка говорит. Очень срочно нужна помощь. Успокойтесь. CTOS вас нашла. Полиция в пути. 1,2 км до цели, блин, офигенная скорость вообще. У меня геймпад сейчас, мне кажется, вылез из рук от того, что он так дико вибрирует. Вы бы только знали. Ну что же, мастерство безаварийного вождения от Валдая. Давайте немножко усложним себе задачу и поедем по встречке. Почему бы и нет? Офигительно, конечно. Слалом между машинами. Ну или шашечки, кому-то больше нравится. Из ряда в ряд. Все, нитро запас закончился. Ну, точнее, закончился запас не нитро, соответственно, а этого самого, как его называют. Короче, энергии в телефоне в моем. Так, мы немножко утра поехали, но это, в принципе, наверное, не важно. Мы можем, я думаю, что тут немножко срезать. Аккуратно. Как-то вот так, например. И, в принципе, мы уже на верном пути, и нам осталось всего лишь каких-то 800 с небольшим метров. До нужной нам цели. О, мать твою. Игра предлагает ехать нам поверху. Я, в принципе, не против. Осторожно, осторожненько. Блин, а прикольная такая дорожка. Мы с вами еще ни разу не были, это уж точно на этом месте. Довольно красиво. Интересно, что-то по врагам. Будет ли кто-нибудь, нет? Вообще пока не похоже. Но я все равно сделаю так на всякий случай. И еще вот так. И давайте, пожалуй, машину оставим здесь, и дальше пойдем пешочком.
Вроде пока все тихо и мирно. Так, где тут подъем еще найти? Вот, наверное, отсюда можно будет забраться. Угу, отлично. Ох, офигеть. Раскраска для джампера, 3D принтер, новая краска. Интересно. Так, я здесь, у меня все готово. Рэй, вид и правда шикарен. Я никогда не вру. Ага. Не ссорьтесь. Офигенно. Ты готов, Рэй? Да, с протоколами порядок. Посмотрим, что там с баржей. Вид и правда просто шикарен, но только посмотрите на это. Внимание, обнаружено вторжение. Так, нам нужно найти китайскую баржу, так полагаю. Что делаем? Да? Если я правильно понял чертеж, то там есть камеры, которые я могу взломать. Взгляну, что там. А потом как? И угнать ее к черту. Как только выясню, как. Ты псих. Так. Отличный план. Чтобы попасть в главный сервер, надо подогнать ее поближе. Приступим. Ну вот, кажется, и оно. Возможно, чувак, батареи. Ну не томи уже. Что ты там видишь? Они серьезно настроены. Первоклассное железо. Я вижу админский терминал, но придется повозиться и поискать логин-пароль. Так, чувака в итоге отрубило. Это, конечно, очень хорошо, только мне пока что ничего это не дает, потому что здесь стоит шифрация. Радиоуправляемая машинка. Вот это уже реально любопытно. Такого у нас с вами еще ни разу не было. Нашел чью-то игрушку. Как у Джоша или как у Ситары? Ту, что на батарейках. С дистанционным управлением. Да ты шутишь, что ли? Ну что ж, давайте попробуем что-нибудь сделать. Я не знаю, честно говоря, что у нас из этого может получиться, но... Вдруг, тихо-тихо, спокойно. Спокойно. Угу. Кажется, мы на верном пути. Так. Тут все заблокировано. Нужен ключ доступа. У нас его нету, к сожалению. Давайте искать тогда, где он может быть. Вот он там. Камера. Ничего не понимаю. Взломать. Берем ресурсы, которые кстати, называются ботнет, я вспомнил. Теперь машинка, где у нас наша? Так. Подожди-ка, подожди-ка, она должна быть где-то там, в той стороне. Отлично. Открываем дверь. И вот он, нужный нам комп. Готово? Поэтому люди со склерозом самые классные. Я нашел логин. Так, найдите пароль администратора. Теперь еще пароль надо найти. Вот оно в чем дело. Ага. Готово? Изи. Кажись, нашел пароль. Знаешь китайский? Тут несколько цифр. Попытка не пытка. Получаем пока немножко ресурсиков. Я вроде нашел все для взлома управления. Супер. Иди к админскому терминалу. Отлично. Взломайте терминал администратора на барже. Так, мне для этого камера нужна другая, конечно, стационарная, потому что этот чувак, он ходит туда-сюда, не очень удобно. Так, вот и терминал. Угу. Наверное, с той камеры. Да, готово. Начнем. Есть идеи, как подвести баржу ближе к берегу? Надо взломать датчик топлива. Пусть решат, что у них течь. Хорошая мысль. Так, я обманул датчик. Они думают, что бак пустой. Едут на дозаправку. Супер! Мы подготовили лодку в доках Марин. Шикарно. А, пожалуй, сделаем снимок на память. Почему бы, собственно, и нет. Взломать терминал администратора на барже. Я же взломал уже. Все, я так полагаю, что можно выходить. А, она автоматически выходит. Ну что ж, дамы и господа, по-моему, это было просто прекрасно.
И, в общем-то, на этой ноте, с этим прекрасным, потрясающим видом, можно будет заканчивать сегодняшнюю серию. Спасибо вам большое за просмотр, искренне надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх и не забывайте про комментарии. А для вас играл и комментировал Валдай, это была игра Watch Dogs 2 на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока.